Соединенные Штаты Америки и Азербайджан около 30 лет сотрудничают во имя укрепления международной безопасности, диверсификации маршрутов и источников поставок энергоресурсов в Европу, а также построения будущего двух народов. Об этом говорится в поздравительном письме, направленном президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 мая, Дня Республики. Будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ, США поддерживают мирное урегулирование армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. В период пандемии коронавируса США находится рядом с азербайджанским народом. США всегда поддерживали суверенитет и независимость Азербайджана. Отношения между нашими странами находятся на хорошем уровне. Азербайджан выступает сторонником мирного урегулирования конфликта. Я считаю очень важно, что США также поддерживают эту позицию.